Доброе утро! Встреча Нового года непременно связана с несколькими главными атрибутами. Дед Мороз, Снегурочка, елка и снег. Но это, конечно, все есть в Сибири. Интересно, а если бы у югорчан был выбор, где встретить главный новогодний праздник? В какой точке земли? Какое бы место они выбрали? Давайте у них спросим. Если бы вам дано было бы выбрать любое место на земле, где встретить Новый год, какое бы это было место? Ну, естественно, Ханты-Мансийск. Серьезно? Да. И что бы делали? Ну, с друзьями гуляла бы, скорее всего, на площади. Красиво. То есть и никакую теплую страну бы не выбрали? А зачем? Новый год – это холодный праздник. Надо в снегу, в Сибири. Я бы хотел прокатиться по шоссе в Америке где-нибудь на велосипеде, если есть такая возможность. В новогоднюю ночь? Да. А что в этом такого интересного? Не знаю, мне нравится ехать по пустынным местам, по дороге, еще и на велосипеде. Это же круто. Дома. С родителями. То есть, ну, здесь Ханты-Мансийске? Или вы не местные? Не местные. То есть просто дома с родителями? Да. Да. И никаких вот теплых стран не нужно? Нет. Сибирь, матушка. А почему? Ну холодно же. Так Новый год для этого и нужен? Мне дома нормально. В Париже. А говорят же, что увидеть Париж и умереть. Не боитесь? Нет. Что бы там делали? Посетил бы Эйфелеву башню. Ну, романтично так, в Новый год. А с кем это бы сделали? С девушкой. Все, замечательно. А предложение бы сделали? Рано еще. Ну, представляете, Новый год, Эйфелева башня, вы с девушкой. Самое время делать предложение. 15 годиков. Рано пока еще. Дома у себя. В Ханты-Мансийске, мой любимый город. Единственный в мире, самый красивый. То есть и других не надо? Не хочу. Зимой никуда не хочу, дома. И что будете делать? Новый год встречать. А каким образом? А это секрет большой. Верно, с Дедом Морозом, где-нибудь в Великом Устюге, чтобы оленюшки еще рядом бегали. Но, конечно же, с близкими, обязательно условия. Геленджик, кладбище. А кладбище где? Не в России. Почему? С Геленджиком все понятно. В принципе, вопросов нету. Вот здесь вот нужно разобраться. Ну, потому что у нас в России все кладбища однотипные, а, допустим, в Европе они как-то более готический стиль имеют свой. Те же самые соборы, все вот это вот места. А почему Новый год и кладбище? Как это связано? Ну... Тишина. Да. То есть нравится вам просто в тишине, да, среди крестов, могил? Да, почему нет? А этот Новый год как будете встречать? Дома, с родителями. На кладбище не пойдете? Не разрешают. Из сил многообразия мест на земле, где можно встретить Новый год, югорчане выбрали Ханты-Мансийск. И это неудивительно, потому что здесь есть все для того, чтобы встретить этот светлый праздник. Снег, елки, Дед Мороз и Снегурочка. А что еще надо? Только хорошее настроение. А этого, я уверен, будет предостаточно. С наступающим вас праздником и доброго утра!